Да, скоро будем начинать. Мы пытаемся разжечь камин в моем глэмпе. Вот есть такая печенька, есть такие дровишки. Ну, помимо того, что есть вот такая вот, как она называется? Обогреватель, конвектор. Вот, и сейчас Марат мне поможет разжечь мой собственный камин в моем тенте, не знаю, в моем шатре. Ты не сомневайся, ты разжигай. На самом деле есть специально обученный человек, который это делает с одной из первой спички. Но мы, как истинные бойскауты, будем делать это с коробка спичек. У нас будут стоять чайники и турки, где каждое утро можно будет варить свежий кофе или чай. То есть у Марата есть задумка сделать из этого не глэмп, а пятизвездочный отель. В итоге мы решили ускорить процесс. Ну вот, по всей видимости, Олег самый главный по кострам, и он сейчас нас научит делать это раз и навсегда.